друзья, сегодня мы сейчас посмотрим канал Пфагати ТВ. Давайте уже посмотрим. Скорее. Сейчас посмотрим. Так, ну что, многие помнят это. У меня такое играю. Так, я сам не помню на самом деле всю тактику, но, ну, вернее, вот с вентиляциями вроде вспомнил. Нам нужно выключать электричество. Да, я вспомнил тактику. Когда они нападают, вот у нас в правом нижнем углу есть шкала испуга вот эта. И в то время, как они нападают на нас, и если мы не выключаем свет, эта шкала наполняется, и как только она наполнится до конца, то все, мы проиграли. Вот тут сова, помню, будет летать все время. Музыка страшно играет. Да я что такой? Ничего себе. Это что, цыпленок улыбается там? Смотри, яйца. Или это яйцо? Это он. Какой мальчик, это яйцо? Мальчик, это вот такой квадратный. Тут также нужно следить, то есть не все так просто. А там осьминог, который... Которая у нас обрезается. Да... Хоро! Вот тут яйцо появляется раз. У меня уже задолбало. И вот за этим... Что это? А, это... Тоже, кстати. Один час остался у него. Совы нет, никого нет. Сова, кстати, вот. Она летит. Пошла, сова. Пожалуйста. Клоун, вот он вот вроде вот в этой фигне вот отсюда будет вылазить. Только я не помню, как с ним бороться. А, так шкала испуга, она не пропадает. О, я что-то подумал, что она пропадает. О, факт, да? Вот это он резко, конечно. Это мой. Да, идите вы! Идите вы все! Уп, дыра появилась, это клоун оно. Вон. Вот эта дыра появилась, отсюда, по-моему. Сова, сиди пока, рыпайся. Сова летит, какой? Редбан. А, я предусмотрел, что он сюда летит. Бедный гамбург. Там еще свинья мертвая висит. Чисто захотел. У него глаза вместо крестиков. Вот что-то у этого клона, а что с ним надо делать-то? Я не помню. А, я вспомнил. Он вылезает через время. Сейчас он вылезет, кстати. Он сейчас вылезет, надо быть к этому готовым. Ага. Всему.
Вот. Давай, пока ты на месте. Я хочу тачиди разблокировать, это еще сложнее. О, магаш, магаш, магаш. Ху, успели. Ё-моё. Я не успеваю просто мышку кликать. Сова летит, где она летит-то? О, черт. Хренушки. А, я забыл, блин, про клоуна. Черт, смотрите, как у нас слишком восполнилась шкала. Шкала? Там еще шоколад Фредди наверху. Ночи, а у нас уже вон как шкала испуга на пол. Там вон голова Фредди. Музыка даже перестала играть. Понимаете, совсем чуть-чуть и все, и я... Сразу троих мне мобов подсунули. Ох, у меня совсем чуть-чуть, ребята. Жестко. Тихо. Да ё-моё. И это яйцо сраное. А клон, оно сейчас его испугает. Не клон, а ну. Успел. А просто клон. Клоун. Я про него забываю постоянно. А не стоит этого делать. Чё это? Это как золотой медведь, типа замена ему была. Я понял. Ага, херушки тебе. Эррор идет. Этот раз я приду. А! Посмотрите на шкалу! Совсем чуть-чуть осталось! Черт! Иди отсюда! Отстаньте от меня все! Я за собой не успел посмотреть! Черт возьми! Ничего не скажешь. Что у меня есть компьютер? Ну, блин. Смотри, что такое сетилинк? Это дискал, только что в обычном только дешевле. И никаких его на складе, если в наличии пилот. Это и есть склад. Здесь никакой серой техники. Покупка может быть еще приятнее. Прямо из дома сидите в любимом кресле. Заходите на сайт, бронируйте. Мам, приезжайте. Что для работы? Через 7 минут забираете. Или еще быстрее, потому что вы уже на складе. Лень ехать, доставит курьер. Быстро и без выходных. Что-то большое и тяжелое. На этаж поднимет, в квартиру найдет. Заплатить можно. Я ни на что не могу нажимать. Я сейчас покажу. Мам. Так что теперь только сетилин. Только сетилинк, ребята, не благодарите. Только сетилинк. Зашла мама и сказала, чтобы я убралась в комнате. И когда же я от них спалю? Я сказала, хорошо. Начала протирать стол и увидела 5000. Так, стоп, это же не мои деньги. Ладно, пока, друзья. Я положила их на место. Вот только я весь...